Привет! Мы находимся в техникуме Батона, где сегодня проходит чемпионат спортивного клуба «Торнадо» по чирлидингу. Яркие костюмы, забавные помпоны и множество эмоций мы можем видеть на спортивных площадках. Я вижу, здесь находится главная судья соревнований Олеся Олеговна. Добрый день! Только что выступали малыши и в основном соревновались в направлении «Данс». Оценивали мы их в четырех самых главных критериях. Это в технике, исполнение команды, в хореографии и в общих впечатлениях. Каждый из этих критерий делился на маленькие подпункты. Судьи ставили свои баллы в зависимости от того, насколько хорошо выступили команды, которые были перед ними. Так как выступали все маленькие детки, конечно, им было очень волнительно и оценки не настолько высоки, но все же детки вырастут и все у них все впереди. Называется? Бенди! Отличное название! Расскажите, вы уже выступали сегодня? Да! Какие вы дружные! Это очень здорово! В чирлидинге дружба очень важна? Да! Молодцы! Как вы оцениваете свое выступление, Камила? Ну, на 100% точно. На 100% выложили? Вся команда выложилась на 100%? Да! А ты тоже не филонила? Мне подсказывают, наши тоже хотят. Здравствуйте, наши! Здравствуйте! А ваша как команда называется? Феникс! Тоже дружная! Ну что, как выступили? Хорошо! Мы идем дальше и видим команду, которая называется... Даймонд! Даймонд! Расскажите мне, у вас вся команда наш богата сидит? Вот смотри, забавное солнышко тут танцует. Молодец! Давай вместе. Ты на шпагате сидишь? Вот так. Привет, привет. 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 А чьи вы такие забавные детки маленькие? Из какой команды? Феникс. Феникс. Ага, мы нашли маленьких фениксят. А сколько вам лет? Сколько годиков? Мне 4,5. И мне 4,5. 4. Отлично. 4 года ребенку и 4 года она занимается чирлидингом. Тебя как зовут? А зачем спряталась в костюм? Холодно. Кристина, покажи, что надо делать, когда холодно? Вот такой той-тач в домашних тапочках. Идем дальше. Мы находимся на церемонии награждения спортивного клуба «Торнадо». Это в вашей команде находится самая младшая спортсменка? Да! А как, тебе сколько лет? Еще не знает. Вот мамы приносили к нам 2-3-месячных деток на соревнования, правда? Мамы были такие? А с 2-недельным ребенком кто-то приходил на соревнования? Нет, Мария Александровна у нас герой. Это тренер, которая вышла раньше всех, побила все тренерские и родительские рекорды. Команда? Батон! А у вас девиз есть? Батон, команда лучше всех и ждет ее везде успех. Команда выше пила, там девчонки все, там просто класс. А это что за команда? Алим! А вы быстренько скажите, в какой школе вы тренируетесь? В той! А вы откуда у нас? Из школы номер 124. 124. Насколько я знаю, это со всего нашего клуба самый отдаленный район. Он находится в Даромском, да? Я права? Как вы называетесь? Виктори. А ваша команда называется? Баттерфляй. А эта команда у нас? Квинс. А как 3 команды умеют дружить? А вы кто такие? Мы Слимстарс. А что это у вас такое красивое на щеке? Украшение, чтобы красивее выглядеть, когда танцуем. Как вас зовут? Оригина! А у вас девиз есть? Да! Какой? Мы против всех расти вокруг. Оригинальность, вот наш друг. Оригинал, вперед! Команда? Чирли-дэнс! Чирли-дэнс! Это такая певучая команда. Мне очень нравятся команды, которые поют.
Саш, пока, покажете? Это у нас команда. Я знаю, вы учитесь в такой школе, высокой, красивой, как замок. Красного цвета, правда? Видите, я немножко волшебница, я все про всех знаю. Команда. Бэби-бум и команда. Happiness. Happiness. А что обозначает знак у вас на груди? Потому что наша команда называется Happiness. То есть это первая буква, заглавная вашей команды. Малыш. Это мой чудесный малыш. Расскажите, почему было принято решение отдать мальчишку на черлидинг? Ну, отлично, чтобы развивался, рос спортивным. Это же, не знаю, круто. Быть черлидером – это круто, Юстик? Да. А я знаю один секрет. Вы раньше занимались черлидингом? Да. Да. А расскажите, в какой команде, где, как долго? Сначала занимаюсь в Павлограде в команде «Бригада». Вот, ну лет, наверное, до 12, может, немножко меньше, не помню. Вот, а потом я еще преподавала в «Торнадо». Тоже недолго, но мне понравилось. Наши гости из команды «Эксклюзив», привет! Здравствуйте! Что сегодня покажете нам? Сейчас вам Леша и Вовчик запасывают хип-хопчик. Звезда, мастер спорта по черлидингу, черноуст Дмитрий, город Петропавлов. Что необходимо для того, чтобы стать настоящим чемпионом? Ну, мы довго тренувалися, ну, каждый день почти тренувалися по 4 часа, то так и добився таких успехов. А что вы пожелаете нашим спортсменам? Тренироваться и радоваться жизни. Подошел к концу чемпионат клуба «Торнадо» по черлидингу. Яркое, спортивное, интересное событие. Мы скоро встретимся на фестивале, который состоится в апреле. Я не прощаюсь, я говорю до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!